Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Ну что, сегодня попробуем забрать 60 гемов плюс вот эти вот 20 деталей. Восхитительная диверсия. Как же я обожаю эти диверсии восхитительные. Прям вот нет слов у меня. Кстати, подожди-ка секундочку. У нас с тобой рога. О! А что, он без рогов раньше был, что ли? Точно, вот, пускай у него будут рога и... Вот он, истинный-то костюм, по-моему, должен быть. А не то, что у него вначале там панцу... Ясен перец, это не отсюда, да, ведь? Ну что? Вот такой вот у нас... Будет образ. Так, ну а мы с тобой едем. Восхитительные диверсии. Попробуем сделать восхитительные диверсии. Ёк-мака, молодец, Рэй. Давай. Эх, я думал, что, может быть, встанет на колесо. Зашибись, мы начали с тобой диверсию. Действительно, название оправдывает само себя. Это же надо было так глупо и тупо себе сразу заподлить. Понимаешь? Сразу же. Куда это меня там выкинуло? Роличка, иди погуляй, а. Ты не видишь, тут папа рулит, ё-моё. Сейчас папа дорулится, по-моему. Да что это происходит? Вот это я снубил, ребята. Там кто-то разбился, прикинь. Вот это диверсия. Так, ну что, я пришел третьим. Ну, как ты понимаешь, тут все, ребят. Гонка просто запорота вдоль и поперек. Там я разбился, здесь я приехал третьим. И вот так вот. Так, маршал какой-то первым едет. Он едет на багги. Он едет на багги. Фига мы тут с собой чудим. Так, нормально все. Это мы любим. И в конце я приехал первым. Но все равно по итогу я, наверное, буду третьим. Да, друзья мои, третьим. Ну, еще раз повторяю. Потому что вот так вот надо было ступить. Первый раз разбился на радостях, как говорится, залетел в игру. Ты прикинь, сколько ролиек, ты видел? Три ролики плюс... Воу-воу-воу, нормально, давай. Братишка, не подведи меня. Так, тут крокодилы. И первое место. Ну, вот тут великолепно все было. Чувак на байке, а? Мне почему-то кажется, что на байке очень тяжело ездить. Надо уметь. Его, наверное, там мотыляет. Будь здоров. А у меня крыльев нету, да? Нет у меня никаких крыльев. И без крылышков. Так, байк там, естественно, выпендривается. Оно и понятно. Опа, опа, опа. Жаркая, друзья мои, битва. Ух. Но это фиаско, брат. Это тупизм, фиаско. Я не знаю, называй как хочешь. Ой, это же надо было перевернуться на крокодиле и еще и шею свернуть. Вот так вот происходит. Периодически. Да они меня смущают, ё-моё. Я смотрю на эти. Почему-то все время кажется, что это я еду. На самом деле я-то... На самом деле, это желтенькие, а они синие. Слушай, а что это вот такое за... Смотри-ка, у них тут сбоку за турбина. Это, по-моему, для задних колес, да, насколько я понимаю. Так, ну ладно, здесь первое место. Так, мы с тобой проехали четко. Ну-ка. Так, еще тут 5000. Итого 7500. Нагорный кубок, друзья мои. Нагорный кубок у нас. Ну что ж, давай. Ты, кстати, заметил, что давно не было... Ух! Водных этих трасс. Почему-то я сейчас только о них вспомнил. Ну да, здесь я опять приеду, наверное, третьим. В лучшем случае. Смотри, смотри, так вообще как будто он... Ать! А мог бы, ребята, взять первым.
Точнее, вторым. Ну, замешкался там, заерзал, не знаю кто. Смотри, все начали выступать на роликах, а? Это что за дела? Он еще едет тут с магнитом, прикинь? Давай. Нормально. Ну, хотя бы вторым. Так, и по итогу второй, да? Что это такое? Это мне не нужно. Блин, а прикольный мотик, да? И костюм такой индейца. Опа, кубок Сумрачной долины. Все прекрасно знают эту долину. Своими, так сказать, подвохами, да? Давай-ка я вот так вот сделаю. Там супер тачка, ага. Мы ей даже шанса не дали. Хотя, по идее, по скорости она должна быть посерьезнее, чем мы. Почему они все так стартуют, в отличие от меня? Я не могу понять. Не-не-не, давай аккуратно. Опа, самый умный там Андрей какой-то поехал поверху. Мы вообще на пень... Вот сейчас вот этот вот, то, что мы на пенек залезли. Ну, слушай, нормально. Вторым. Так, и по итогу, наверное, у меня будет второе место, да? Пока у меня 5 очков, я на первом месте иду. Опа! Аккуратно, Рэйчик, аккуратненько. Так, тут главное не тупануть где-нибудь. Первое. Первое у меня место, никто меня не переплюнет, поэтому все четенько. Так, ну что, половину трассы мы проехали. Открываем сундук. Управление стартовый, все шикарно. 30 тысяч монет, мне нужно хотя бы 80, в идеале 120. Будем ролейку прокачивать, наверное, по полной программе. Очень много, конечно, для этого понадобится денег. Но мне кажется, что оно того стоит. Так, мы с тобой оторвались, причем довольно неплохо. Блин, опять эти домики. И первое место. Великолепно. Продолжение, поехали. А сколько у нас там? Три гонки, да, должно быть, наверное, ребят. Вот это мне нравится, когда приземляешься на оба колеса. Видишь, такое, тюх. Форсажик дает сразу же. Но это только лишь при идеальном приземлении и только лишь с большой высоты. И полетел там. Ну, первое место. Великолепно. Так, давай-ка мы откроем с тобой этот сундук. Ну, ничего себе тут надавали. Редкая, редкая. На дизель новые колеса. О как. Ну что, поехали далее. А вот здесь, вот на этой трассе, наверняка надо было брать все-таки колеса шипованные. Ну, именно для зимнего периода. Нифига там, а можно вопрос, как это он там перелетел? Черт знает откуда. Вообще это реально? Откуда он вообще там взялся? С небес просто прилетел. Вот посмотри. Ну все, пипец, приплыли, ребят. У меня складывается такое впечатление, что здесь надо было брать крылья. Угу. Да, третий. Тут, конечно, вообще отрыв. Офигеть какой. Так, еще последняя гонка.
Ну, здесь я явно буду либо третьим, либо четвертым. Одно из двух. Да как ты это делаешь-то, не понимаю я. У него такая же фигня, как у меня, но... Летит он почему-то дальше, непонятно почему. Это бред. Это просто бред. Третьим, ребята, отъезжаем назад. Ехали с ним вместе, взял как-то, газанул, непонятно как. От чего вдруг, с чего, непонятно. Ладно, если мы вот едем с одной скоростью, мы едем. У нас нет никаких вот этих вот супер-пупер-турбо там. Единственное, что мы можем когда приземлиться на ровную поверхность, тогда у нас, да, вот этот форсаж срабатывает. Да и то, я бы сказал, знаешь, он... Не особо мне нужен. Я, наверное, его вырублю нафиг, этот форсаж. Никакого толка он не дает. Нет, может быть, когда он офигительно прокачан, там, я не знаю, уровня 10, может быть, от него есть толк. Ну, как он у меня 2 уровня? Вообще не вижу от него никакого толку. Ну, еще перевернись тут мне. Ну, что это? Что-то мне кажется, что тут одни ролики скоро будут выступать. Ролики и баги. И все. Е, первое. Напрягает. Ну, очень сильно напрягает. Ну давай уже, лети так. Груздем назвался, так лети. А тут уже вниз. И вот опять же, вот этот вот выпендреж мой, да, через верх. Опять же, ничего хорошего мне не дал. Опять же, я потерял скорости, пришел вторым, а по итогу первым. Так, ну что, скоро возьмем с собой детали. Так, тут 2500. Я думаю, что, наверное, еще один заезд надо делать. Погнали. Кто там у нас едет-то сзади? Ну, мы как самые умные. Мы как самые умные. Поехали с тобой к чертовой бабушке на куличке, да? Хе-хей! Не дотянул парнишка. Да ладно, блин. Я думал, что не сможем. Думал, у меня не хватит... А, тут одна гонка еще к тому же. Понял. Тогда едем. Есть. А я уже там думал, что все, ребята. Когда мы... Я думал, чуть-чуть сброшу скорость, я отъеду назад. Но смотрю, мы уже с тобой конкретно заехали туда. Думаю, но тут уже нет вариантов, да? Ага, мы уже награды получили. Так, управление, амортизаторы. Я говорю, они дают, но не то, что нужно. Совсем не то. Фух, ну давай далее попробуем. Не уверен, конечно, что 23 тысячи кубков мы с тобой заберем. Фига там. Это кто там такой самый этот, шустрый-то? Опа! Вот это я в липончик попал. Эй! Третий. Офигеть, ребята. Ехал первым и почему-то приехал третьим. Да давай ты выруливай, ё-моё, дрынькаешь там, барахлишь, блин.
Где мои крылья, а? Вот это да. Вот это надо было видеть, что я сейчас вытворял. Фью, ты видел, как я там сальтухи доворачивал? Я думал, разобьемся сейчас в хламину. Но нет. Слава богу, все получилось. Опять паршивый старт у меня был. Так, турбо, вали отсюда, а? Ах, твою же налево. Чуть-чуть не хватило мне. Совсем буквально капельку, а? Посмотри. Новая краска. Ага, но не для моей машины. Ну что же, поехали дальше. Темные дороги, холмы. Ой-ой-ой, тут надо, конечно же, вот так вот делать. Давай-давай, радость. Первым. Первым. Тут какой-то Спартак, Крейзи. Есть. Виктори. Вот это Виктори точно было. Так, давай далее. Как мне старт получается, а? Паршивенько все-таки, ребят. Да. И не только старт, но и финиш тоже. Первым. Обалдеть. Так, тяжеловоз, ускоритель. Ну, поехали далее. Не знаю, получится ли или нет сегодня получить 23 тысячи кубков, но очень бы хотелось. Давай, прямо на колеса, оп. Ну и... Газуй, газуй, газуй. Отлично. Кто как может заехал. Там уже по барабану. Целый ты, не целый, лишь бы финишировать. Но тут уже так придется делать. И первый, видишь, мы там флажком даже помахали. И офигеть, это чувак ехал по пятам. Но эта машина на самом деле хороша, вот эта манка. Я помню, когда она мне выпала в одних из первых серий. Или я не помню, или я ее за донат получил, что-то такое. Ну все, короче, приехали. Все, 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 началось. Этот идиотизм. Ну чувак-то там вообще разбился, как ты видишь. Не знаю, как он так умудрился. Просто впендюрился, что ли, получается, наверное. Мы, кстати, тоже могли быть. Какую-то табуретку, ребят, тащил. Да, третьим. И по итогу первым. Ну давай, давай, открывай. Так, управление, амортизаторы. Я даже не могу сказать, что мы проехали полпути, потому что это не полпути. Ну, тут вот, вот тут меня колбасить начинает. Смотри, смотри, смотри. Чувак, фуражки просто там. Я второй. Как они умудряются так ехать?
Но опять же повторю, ребята, если у них тачки раскачанные, то понятное дело, что с ними соревноваться, ну, это просто глупо. Да отвали ты! Смотри, смотри, смотри. Просто не пропускает меня. Не хочет меня пропускать, гаденыш. Но я все-таки первый приехал. Этот вот в красном сопротивлялся до последнего. Ну и я тоже сопротивлялся до последнего. Давай, 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 давай. А, понятно. Машина покореженная у меня вся, но я первый приехал. Фью. Так, да, первое место. Заслуженное. И до сих пор я не могу сказать, что это половина трассы. Половина трассы будет, если мы сейчас победим. И вот сейчас возьмем первое место, например, и продвинемся, тогда будет, да. Опа. Оп. А Багги стоит в сторонке и завидует. Так, ладно, поехали далее. Тут просто не до расслабона, ребят. Тут попадаешь в раш и начинаешь вот это вот. Хорошо. Очень хорошо, так, тихо. На коротких дистанциях вообще обожаю ехать. Еще когда ровная трасса идет, практически всегда первые места мы занимаем. Так, мне нужно еще 50 тысяч в этом набить, ребят. В гонках. Сегодня, наверное, набьем, попробуем. Опа, и первое место, я же говорю. На коротких дистанциях вообще топово. Да? Оп. Ну-ка, давай открываем. Для мотоцикла. Защитный, колесный. 70 тысяч, да? 80 будет, можно прокачать сцепление. Ну-ка, проверим. Фига там чудило летит. Блин, вторым. А, так у него вон, видел, что стоит. Я думаю, как он так набирает скорость? А у него стоит этот ускоритель, как он там называется-то? Я даже не знаю, по уму-то если брать. Но он, по-моему, насколько я помню, сжигает офигенно топливо, ребят. А еще, наверное, знаешь, брать эту штуку, которая при малом топливе ускоряет твою машину, это вообще, наверное, топово будет. То есть получается как комбо. У тебя становится меньше топлива, она газует, плюс у тебя еще вот этот турбо. Я смотрю, в воздухе она не работает, да? Только на земле. Иди ты в пень, хорош. Хорошего помаленьку, да? Так, второе место. Так, ну что, теперь я могу сказать, что мы проехали полпути. Полпути, ребята. Так, здесь у нас две гонки. Все знают, где тут можно врезаться. Естественно, где эти... Прям в пещеру попадаешь, и там эти черепа. Опа. Этому еще и помог, блин, а. Кипкин, иди отсюда. Куда его подкинул-то? А куда его подкинул, ребят? Я не понял юмора. Какой у меня бензин кончается? Я третьим пришел. Блин, там еще и бензин кончается. Нифига. Поехали. Да если бы не эта глыба вот ледяная, в которую я попал, еще неизвестно, как было бы.
все поняли, да, что здесь сейчас будет. Каждый поехал по своей дорожке, так скажем, да? Кто-то поверху, кто-то понизу. Да вы запарились со своим горючим-то? Взял. И каким первым? Воу. Ничего себе. И по итогу первым, друзья мои, я приехал. Отлично. Так, амортизаторы, крылья. Лесной кубок. Лесной кубок у нас. Ты летать собрался или кататься? Ребят, я собрался кататься, но иногда полетать тоже хочется. Понимаешь? Особенно вот эти вот камни. Так, опять же была короткая дистанция. Все отлично, все шикарно, великолепно, ребят. На втором канале уже сегодня, наверное, или завтра выйдет первая серия нового горизонта «Запретный Запад». Точнее, она уже выложена, но YouTube, как обычно, переводит там в режим в какой-то, блин, непонятный мне вообще. Короче, он надо мной издевается просто-напросто. В HD качество переводит, хотя и так в HD качество даже в... не то что в HD, а в 2К качество. Чего он там переводит, все, не пойму. Да, ребят, первое место. Отвлекся маленечко. Ну что, давай далее. Я готов. Ой. Давай не поедем поверху. Так, это кто у нас тут такой? Умный, а? Клоун фигов. Отдохни. Не видишь, что ли, рыщик едет. Тягаться он со мной приехал по итогу вообще, по-моему, последним. 9 очков. Так, ребята, пляж. Я вот не знаю. Ух ты. Fingersoft. Это что такое? Это краска для чего-то, да? Или что? Что я хотел? Песок в купальнике. А, крылья, конечно же. Тут надо взять крылья. Вместо чего? Вместо колес? А, тут можно еще что-то бесплатно улучшить. Ну, давай вот это вот. Быстрее переворот в воздухе. Сам не знаю, зачем мне эти перевороты в воздухе. Ну, пускай будут. 4000, блин, мне не хватает, ребят, на прокачку. Здесь 6800. А чё, почему колеса так дешево стоят, ребят? М? Прикинь, вообще 350 всего лишь. Может быть, вместо колес вот так вот сделать? Попробуем. Опачки. Всего лишь на одну единичку прокачивается сцепление. Вы серьезно? Ага. Так, хорошо. Здесь надо вот так вот делать. Есть контакт. А остальные там где-то, я не знаю, зависли, короче. Блин, спрашивается, нафига мне вот это нужно было, а? И не дотянул. Да куда ты отъезжаешь-то так, ёпрсты, ну... Тормозов просто нет у этой машины, понимаешь? У нее просто нет тормозов. Она отъезжает с самокатом и все, ребята. Ничего ты сделать не можешь. Дебилизм. Вот такой вот, ребят, дебилизм происходит. Да что ты мне своим бензином пикаешь там? Пикает он.
Ну хотя бы не последним, третьим. Да, захотел отъехать назад, чтобы, ну, вписаться куда нужно мне. Он взял и укатился, черт своей бабушки на кличке. Ну давай уж посмотрим, что у нас получится. Перелетаем вот всю эту фигню. Опачки. Оп, так плавненько, да? Таки подлетели и плавненько стали на колесики. Отлично, ребят. Так, ну что, нам остается совсем чуть-чуть. Там, наверное, гонок 4 еще сделать. И мы будем иметь 23 тысячи кубков. Лишь бы не сглазить, лишь бы не откатиться назад. Так, ребят, мне здесь крылья бы нафиг бы не нужны так были. Зачем я их оставил-то? Вот это да, вот это глупость. Это мало того, что глупость, еще и шею свернул. И свернул только я. Крылья-то забыл снять. Ой, тугодумыч, а. Рэй, тебе крылья здесь вообще не нужны. Они же с этого пляжа забыл их убрать. Так, нет. Ну давай опять шею сверни себе, и все будет нормально. Фига, а как он, смотри, он ехал сзади, да? Как он здесь набрал скорость? Это чит сейчас был, ребят. Он набрал скорость вообще на ровном месте. Фигли, придется так вот. Ну что ты тупишь-то? Сверни нахрен шею себе, а? Не мучайся, блин. Не мучай ни меня, ни себя, блин. Все, вот так вот. Достал уже просто в корень, блин. Откатываемся назад. Крылья, блин, крылья надо убирать. Не убрал, вот и получил, как говорится. Бдыщ. Так, черепундили, да? Вот, вот, ребята. Вот тот самый момент, про который я вам рассказывал. Когда череп вылазит, ты в него врезаешься, и у тебя машина переворачивается. Это должно тебе крупно повезти, или как-то ты должен вписаться. Я не знаю, как там сделать так, чтобы ты не влепился в эту фигню. Но вот это надо как-то делать. Ну давай уже по верху раз запрыгнули наверха на эти. Едем, едем, едем. Все, финиш. Так, ну ладно, здесь первым приехали. Так, у нас 3 очка. Так, наверху 5 очков. Это последняя гонка. Не надо. Сейчас бы вот опять бы он поднял бы голову, да? Скелетоши бы этот. И все, ребята, и впендрюкался бы я в него. Так, не надо меня там никуда подкидывать. Есть. Так, ну по идее должен быть, наверное, вторым. Первым. Меня поставили первым. Я вернулся на исходную позицию. Мистический кубок. Опять это наша любимая трасса. Поехали. Ну, любимая, я понимаю, ты понял, да, что я в кавычках имею в виду? Какая она моя любимая трасса? Она и никогда и не была, и не будет. Любимая трасса. Оп, кто-то там решил заехать на пенек. Ну, флаг ему в руки. А мог бы меня, наверное, там обогнать, если бы
не чудил бы. Так, давай, давай, едем. Сейчас тут грибы, совенки. Помнишь, там еще есть такая фигня с водой? В воду попадаешь, а там какая-то фиговина стоит, и ты в нее врезаешься, и твоя машина опять же переворачивается, и опять ты проигрываешь. Так, ну и последняя гонка. Надеюсь, мы хорошо ее сейчас закончим. Вот, вот он, видишь, этот совенок? Вылазит там, или кто там, камень какой-то, я не знаю кто, ребят. Там не разобрать. А, вот где. Твою налево, как тебе повезло сейчас, Рэчик, офигенно просто. Там ККМ, что ли, едет впереди, да? Дудки ей. Фьюх. Да, блин, еще одна, оказывается, гонка. Еще одна, оказывается, гонка. А я-то тут уже... Так, тихо. Ну, началось. Ехал так хорошо, и все, ребята. А причиной все что? Правильно. Никакой тискорости. Ну, я надеюсь... 9. А меня никто не переплюнул, я первое место имею. Так, окей. Так, ускоритель фляг. Клеопатра эпическая. Так, болотистый кубок. Поехали. Что у нас тут на болотистом кубке? Сейчас бы вот как нырнул бы, блин. Ать, ладно, фиг с ним. Давай, давай, давай. Не пасуй перед нашим вражиной, все. Круто. Так, вторая гонка. Раньше можно было, когда ты ехал, как-то поприкалываться, да? Сейчас, ребят, до того все напряженно. Вот серьезно говорю, что даже просто не до приколов. Даже не можешь прикалываться. Весь до чего сосредоточен на этих гонках. Смотри, смотри, сзади ролейка едет. Еще одна. Но не тут-то было. Не тут-то было. Ее даже обогнал вон на этот, на баги, чувак. Ну, радоваться-то рано, потому что еще одна гоночка у нас. Давай. Оп. Стоп, 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 стоп. Ага, ну хотя бы не перевернулись, ребята. Это уже плюс. А то я вспомнил эту фиговину. Там можно было бы и занырнуть. Так, ну это возьмет первое место, но по итогу первым буду я. По итогу первым буду я. Ну что, еще одну гонку нам надо будет сделать, и все, ребят. Это у нас трасса Билла. Трасса Билла, она хороша. В ней нет таких особых изъянов, но... Тут есть, называется, под мостом. Давай, давай, утягивай. Как он так поднялся, как я не знаю, как будто я там не ехал, а стоял. Как ты это делаешь, а, гаденыш? Все. Виктори, первым. Ты видел, да? Просто, как будто я стоял на месте. Он меня там, чуть-чуть скорость у меня спала, и все, и на тебе. Финита ля комедия. Тут опасно. Рвет прям, слышно, да? Рвачуга. Так, и последняя гонка. Давай, не оплошай, Рэйчик. Все будет четенько у нас. Все у нас будет четенько.
Ты посмотри, посмотри, кто. Глянь, как кто там чешет сзади меня. Ха-ха-ха. Не тут-то было. Не над МХАТРы. Индус, что ли, какой-то. Ну, ребята, забираем. Ну, конечно же. Конечно же, забираем нашу награду. 30, 60. Плюс титул 23 тысячи кубков. Ать, красота. И сундучок вот этот открываем. Великолепно. Так, что у нас тут? Так. Так, всем привет. Естественно, ребят. Всем приветики. Так, 20 тысяч метров в лесу, на ролейке, хорош. Я на выходных буду много играть. Молодец, красавчик, что-то отстой на неделе. Почему отстой на неделе, не написал. Все помешаны на ролейках, ребят. Ну, я не знаю, вот если я прокачаю ролейку, я попробую потом, наверное, на чем-то другом погонять. Может быть, на баге хотя бы сравнить. С чем? И хотел я вот здесь вот получить кубок. Добить, так сказать, трассу. Но, я так понимаю, добивается она только вот здесь, да? Застойное болото. А что, мне обязательно на этой машине ехать, что ли? Я же могу поехать, например, ну, на моей ролейке, в конце концов. Я думаю, могу. Какое начало, да? В ящиках там закопошились. Побили рекорд там, где у нас был этот байк. Посмотрим, что у нас там дальше. Тут, в принципе, не на скорость, ребят. Тут можно не газовать, как сумасшедший. Понимаешь, да? Едь спокойно. Видишь, какое-то препятствие или еще что-нибудь? Возьми лучше вон бензин, который у тебя кончается. Ты видел? Что это... Ты видел, как полено из-под колес выкинул? Ну что это за трасса такая? Ё-моё, ну... Да, друзья. Просто лучше... Хуже не придумаешь, ты посмотри. Я не могу нормально ехать здесь. Вообще не могу. Да. Что-то с чем-то, конечно. Да стой ты на месте ровно-то. Так, тут у нас камни. Ну, камни, слава богу. Тут, знаешь что, тут бы очень хорошо бы пригодились бы крылья. Вот этот вот лишний бред просто перелетать. Очень бы сильно пригодились бы эти крылья. Так, но рекорд мы еще свой не побили. Тихо. Тут видишь, когда... Ух, ё-моё. Так, третий сундук, да, мы с тобой заработали. Так, здесь поедем аккуратненько. Ага. Куча крокодилов. Бензин взяли. Продолжаем. А слушай, а до рекорда-то осталось совсем чуть-чуть. Почти 500 метров. А в чем там, интересно, подвох был? Четвертый сундук получили. Понял. Вот так вот в этот, в ямку упадешь, и все, и пиши пропало. Так, надо быть аккуратнее, потому что подъезжаем к тому самому месту, где я когда-то проиграл. Я побил этот рекорд, друзья мои. Пять сундуков.
Ох ты, тихо, подожди. Не понял. Кирилл. Какой-то Кирилл там сдулся, да, на этой штуке. Так, надо горючее нам взять. Давай, утягивай, молодец, красава. Я надеюсь, за это мне очки-то начислят хоть. Недостающие. Так, стоп. Тут надо разгончик брать. Красава. Так, крокодил тут что-то стоит. Хитренький. Нет, не надо. Ребят, что с игрой? Ну, друзья, ну вот как это назвать, а? Вот шел на рекорд и на тебе, вылетел. И ничего не засчитали, да? Вообще ничего. Привет, Рэй, привет, ребят. Нарочно не придумаешь, просто не придумаешь. Ну что, попробуем? Я не знаю. Что проехать-то тут? Где заработать? Застойные болота на вот этой машине. Ну, поехали. Да. Как люди на такой машинке ездят? Мне так непривычно, ребят, если честно. Просто непривычно. Она такой маленькая, мне кажется. Ладно, сколько проедем, столько проедем. Я боюсь, мы уже тут с тобой... А, нет, тут заехали. Ладно, фиг с ним, поехали дальше. Ну как же так, вот прям вот взбесило меня, а? Зависла игра, ребят. И ни в какую. Не хотела отходить. Пришлось, конечно же, перезаходить. Там вариантов больше не было никаких абсолютно, ребят. Ладно. И, наверное, и рекорд не засчитала, да? Скорее всего. Я даже, кстати, не посмотрел. А сколько у нас было там? Ух ты, ё, какой тут крутой подъем. Ать. Ну, тут понятно. Его мне не взять было бы. Ого. Слушай, ну 4,5 еще здесь сундучка. Отлично. И... Да ладно. Не добил. Про подводную трассу говорил недавно. Ты заметь, как только стоит мне что-нибудь сказать, упомянуть, сразу оно в игре начинается. Угу, хорошо, пока едем. Подводная лодка, которую там вот наверху ты видел, об нее, ребят, тоже можно удариться. Она обычно тебе вредит, когда ты вниз летишь. Об нее можно краешком задеть, и твою машину может перевернуть. И все, ребят, и ты свалишься. Как бы вот запомни этот момент. Так, второй сундук взяли. Отлично. По красоте сейчас было. Но все равно есть в игре баги, ребята. Мы уже с вами неоднократно их видели, да? Это даже если взять, когда у нас с тобой колеса проваливались. Вот в этой трубе было такое. Сегодня вот баг был как раз. Но это даже не баг, это, я не знаю, черный экран, как-то фиг его знает, как назвать даже. Ну, все-таки это баг, наверное. Черный экран и игра просто зависла. По непонятным вообще причинам. Вот смотри, вот подводная лодка, видишь? Вот что может быть. Так, там у нас кит.
Горючее-то... Ага, вот оно. Блин, а почему... Куда у меня пузырь делся, а? Без пузыря у меня будет сейчас очень-очень быстро тратиться бензин. Я бы даже сказал, просто со скоростью света, ребят. Все, я сейчас фейлюсь. Даже если я сейчас сюда попаду, то горючего у меня практически не осталось. К сожалению. Хотя... Взял. Нет, не взял. Прям перед носом, друзья. Прям вот... Я прям ощущал запах бензина, ты понимаешь? И на тебе, не доехал. Так а почему здесь не засчитывается-то? Я не понимаю вот этого. Почему не засчитывается мне гонка? Нормально? Вот, ребят, как хочешь, так и бей рекорд. Ладно, давай я еще раз попробую. Но мне кажется, это бесполезняк. Хочешь как лучше, едешь как можно дальше, а тебе просто не засчитывают. И все. Причем это та самая трасса, на которой мы запоролись. Ведь так? Конечно так, я ее узнаю. Бедное наше раллийное авто, а. Как... Знаешь, как будто я на тест-драйве просто ее уничтожаю в хлам. И еще и бензин не подобрал. Ай, молодец, Рэчик. Красавчик, что я могу сказать тебе? Все, докатался? Назад ты едешь шустрее, чем вперед. Не-а, не засчитывают. Даже не знаю, что делать. Давай попробуем здесь проехаться. Просто сломал. Слушай, я, по-моему, ту же самую трассу взял. Нет? Да, по-моему, та же. Ну да. А смысл мне на ней ехать, если они все равно здесь мне ничего не дадут за это? Вот оно, кстати, предыдущий, ребята, рекорд на старой ролейке. Ну, я его не побью, понятное дело. 2000 километров. То есть, не 2000 километров, а 2000 метров. Это 2 километра. 250 тысяч. Что надо здесь делать, ты мне объясни. Так, это у нас взято. Зима. Короче, не знаю. Ладно, друзья мои, будем тогда закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!